В рамках проекта «Настоящая Россия» в Черне обсуждался вопрос по продвижению туристского бренда «Беженлух». Тульский молочный завод поддержал эту идею и изменил дизайн упаковок молочной продукции под брендом «Беженлух». Теперь на упаковке можно увидеть маршрут проезда, описание «Беженлуга» и музея в селе Тургенево. Сегодня гостям из Москвы и тульским журналистам презентовали продукцию с новым дизайном. «Беженлух» – это национальный символ России. В ходе презентации было заявлено, что новое оформление повысит лояльность покупателей, ведь это наша история. Для гостей была проведена экскурсия по комбинату, организована дегустация продукции Тульского молочного завода, после чего новшество было обсуждено за круглым столом. Возникла такая идея, которая была очень простая. Давайте мы на упаковке, которую... упаковка молока, упаковка кефира. Расскажем, что такое «Беженлух» и как туда добраться. Приятно делать хорошие дела. Приятно привлекать внимание людей к литературе. Вот раньше мы печатали на этой же упаковке отрывки из рассказа «Беженлух». Ну, не все, конечно, заметили, но кто-то заметил, кто-то сказал нам спасибо. В этом нет прямого влияния на наши продажи, на нашу реализацию. Но это повышает лояльность наших покупателей. И второй момент. Чем больше туристов приедет в Тульскую область, тем больше, опять же, у нас тоже будет покупателей. Опять же, зависимость не прямая, но она есть. И когда такие точки соприкосновения находятся, получается, что какие-то полезные, казалось бы, некоммерческие дела, они происходят сами собой. Наше предприятие в сфере туризма, как теперь, наверное, уже можно это осознать для себя, работает по двум направлениям. Мы сотрудничаем с музеем «Беженлух». Кроме этого, достаточно интенсивно ведем работу по так называемому промышленному туризму. Наш завод проводит постоянные экскурсии, ориентировочно где-то два раза в неделю. И цель данных экскурсий, в общем-то, популяризовать, мы, наверное, преследуем свою цель. Мы хотим популяризовать потребление молока, в общем, как таковое, и показать свое предприятие как предприятие, занимающее достаточно высокие позиции на молочном рынке, предприятие, которое производит натуральную продукцию с современным, достаточно высокотехнологичными способами. Однако мы производим классическую продукцию, поэтому бренд «Беженлух» у нас идеологически очень созвучен с этим местом. Это традиционные наши продукты, которые Иван Сергеевич, может быть, даже каким-то образом и затрагивал в своих произведениях.